свобода, она в подъеме над нашим миром. Там существуют совершенно другие, как сказать, понимания, понятийные основы. Там мы по-другому смотрим на жизнь. Мы меняем систему измерения, систему ценностей. И поэтому понятие свободы, оно именно в подъеме над нашим эгоистическим миром, в объем, где существует только свойство отдачи и любви, свойство Творца. Вот этого нам надо достичь. Тогда мы будем с вами правильно рассуждать. А вот эти все философии, они ничего не дают. Это ограниченность в рамках человеческой природы. Поэтому философия уже давно закончилась, стала бранным словом. И науки постепенно закругляются. Потому что человек достиг конечного состояния своего развития. А далее постижение свободы.